Аккуратно, нужно бегать, прыгать. Деньги, есть, 80 монет. О, перчатка, перчатка, раз, два, три. На перчатке у нас три прыжка. Опа, сундучок, сундучок, ах, улетел, сундучок не получилось, ладненько. Дуда плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы играем Бурито Бизон. Ну что ж, у нас ананасовый шлепок, сейчас получит Бертаник. Так, да, раз, два, три, получай, есть, удар хороший. И отправляемся мочить этих ребятушек. Медведей, да. Мы бьем желейных мишек и получаем за это деньги. Нам нужно очень много денег, потому что в магазине все стоит очень дорого. Давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Заканчивай, заканчивается. Прыгалки. Так, у нас мало здесь кто есть. Ах ты, ё-моё. Давай хотя бы на вот этот прыгнем. Прыжочек, хорошо. Опа. Давай, давай, хорошо. И мы сейчас дойдем до стены и посмотрим, что мы там можем сделать. Так, прыгай. Желейные мишки, желейные мишки. Медовые желейные мишки. Ракета, отлично. Опа. А, врезались в стену. Ух ты, внезапная распродажа. Реклама водителя. Это пока не надо. Мне так рекламы нету, потому что я отключил интернет. Заработали мы аж 2000. Неплохо. Хорошо. Очень весьма даже неплохо. И у нас здесь шоколадный заяц. Опа, есть, получил удар, отлично, молодец, так, давай, ох, давай, 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 опа, есть, еще один, ай-яй-яй-яй, почему я не могу его постоянно убивать? Давай, прыгаем, 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 пробиваем стену, идем дальше. Вот, бизончик, смотри какой, сколько сил у него, да, зарабатываем немножко денежек. Так, желейные мишки, помогите, помогите, прыгайте, прыгайте, помогите мне прыгнуть повыше. Ракетка, хорошо, здорово. Так, ой, смотри, ключик, ключик. Ах, не дотянулись мы до ключика. Ладно, ничего страшного. Ах ты, ё-моё. Полицейский, полицейский здесь. Салютик. Прыгалка. Раз, два. О, и я врезался в стену. Да, стену что-то вообще не пробивается. Вообще, практически мы ее пробить вообще не можем. Что ж, давай попробуем с этим зайцем. Опа, есть. Нет, нифига не есть. Мы немножко не смогли его убить. Надо будет разбираться, как его убивать. Но немножечко я понял уже, как. Так, давай, смотри. Ой, спасибо. Еще, еще. Прыгай, прыгай, прыгай. Повыше, повыше. Да, так, бочки. Бочки. Ах, не получилось у меня в бочку последнюю запрыгнуть. Ничего страшного. О, давай, давай, может сейчас получится. Пожалуйста. Есть, мы открыли. Сколько? 600 монет, офигеть. Хоть один раз мы смогли заработать. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Давай, 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 давай. О, бомбочка, отлично. Ух ты. Давай, 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 пробейся, пробей, пробей стену. Алло. Нет, не смогли пробить стену, к сожалению. Ну, ничего страшного. Сколько заработали мы денег? А заработали мы аж 3400. И что нам открылось? Так, что мы тут можем открыть? А, смотри, скользкий лосьон. Не теряй скорости при приземлении. Ну, давай купим. Хорошо. И посмотрим, как у нас прыгучесть будет. А, вот этот шоколадный заяц. Так, а ну-ка, когда же тебе стрельнуть? Опа, есть. Хорошо, ударили мы его. Хоть разберемся немножечко. Так, давай, лосьончик я купил. Давай, бизончик, давай, я в тебя верю. С лосьоном у тебя должно быть получаться получше прыгать. Бомбочка. О, давай, пробиваем стену, нормально. Давай, чувак, у тебя же лосьон. Мы улучшили, значит, значение лосьона. Стали намного быстрее прыгать. Или мне так кажется? Бомбочка есть, отлично. Вот, смотри, с лосьоном мы гораздо лучше, мне кажется, прыгаем. Во, давай, может быть, и стену пробьем, а? Есть, смотри, нормально, мы практически... Пробили хорошо стену. Ну, неплохо, неплохо. Сколько заработали? 1500. Ну, это мало, ничего страшного. Будем улучшаться. Так, у нас этот самый опять заяц. Ой, промахнулись. Промахнулись, ребята. Ну, ничего страшного. Научимся мы с этим зайцем воевать. О, давай, что-то у тебя сил. Что-то сил мало, сейчас ты упадешь.
Не получится, смотри, все, прыгает, прыгает, прыгает. Давай еще раз. Опа, прыжок. Все. Отдыхай, отдыхай. Сейчас мы откроем буррито. Идем дальше. И у нас и бизончик, бизончик, буррито. Давай, вот так вот. Надо как-нибудь в тебя попасть. Вот так, нормально. Опа, получил по щам шоколадный заяц. Вот, это буррито, смотри, какой он злой, какой он мощный, какая мощь. О, прыгай, прыгай, прыгай. Желейные мишки. Прыгалка, раз. О, ё-моё. Не успели мы попрыгать, мы отправились на вторую локацию. А на второй локации у нас такие вот мишки есть. Медовые. Медовые медвежата. Ой, ё-ё-ё-ё. Полицейский к нам залез. Прыгалка. Раз, два, три. Отлично. Я считаю, неплохо. Ракетка. Ух ты, ракетку, к сожалению, мы не пробили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладненько, идем дальше. Сколько заработали? 400, 500. О, 1800. Нормально. Неплохо. Прям-таки неплохо. Так, медовый заяц. Давай найдем, как в тебя попасть. Какой угол нам нужен. Вот такой. Опа! Не знаю, попали, нет? Нет, наверное. Он не успел раскрыться. Давай, давай, давай. Везунчик. Везунчик наш. Ой, прыгалку. Прыгалку мы пропукали. О, какие удары-то у тебя сильные. Во, нормально, замечательно. Давай, у тебя же тоже, как бы, этот самый лосьон тоже работает на тебе. О, отлично, прыгаем. Хорошо, мы попадаем. А, монетки, монетки мы профукали. Давай хотя бы ракетку возьмем. Ой, замечательно, взяли ракетку. Ой, бочки, бочки. Ах, к сожалению, бочку мы не взяли. Но зато взяли денег. 80. Тоже неплохо, 80 монет. Ах ты, полицейский, гад. Прыгалка, раз, два, три. Отлично, я считаю, хорошо. Ох ты. А так разве можно было? Нифига себе. Нормально. Так, 2000 заработали. Ой, хорошо, прям таки хорошо. Так, опять у нас этот заяц. Оп, ах, смотри. Не успели мы ему стукнуть. Он увернулся. Нифига, как сложно-то зайца-то побороть, а? Прыгалка. Раз, два, три. О, взрыв, большой взрыв. Ой, не знаю, даже что лучше взять. Или деньги, или еще там что-нибудь интересное. Ну, ускорились мы неплохо, прям таки. Опа, попали прям в полицейского. Да как так? Оп, давай, перчатка. Ай. Ох, ребятушки, спасибо. Деньги, деньги, деньги. Не, деньги мы не получили. Мы сейчас получим, знаешь что? Полицейского. Да-да-да-да-да. Полицейского мы прям получили. О, бомбочка, отлично. Ускорились на бомбочке, на ракетке. Хорошо, отправляемся дальше. Давай, буррито, я в тебя верю. Да что такое? Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. О, перчатка. Ай, перчаточка. Да. Сколько получили? О, почти что 2000. Ну, неплохо. 8000 у нас есть. Так, настраиваемся. Сейчас будем стрелять в него. Опа, получил по щам. Нормально таки. О-о-о. Ой, все, профукали. Профукали мы наш сундук. Ну, не особо денег там дает, но все равно 600, кажется, там, или 300. Тоже много денег даже. Так, полицейский мне не нужен. Вот, бомбочка, да. Что-то здесь полицейских прям много, смотри, а. Ой, много полицейских таких. Ух, аккуратно, нужно бегать, прыгать. Деньги, есть, 80 монет. О, перчатка, перчатка, раз, два, три. На перчатке у нас три прыжка. Опа, сундучок, сундучок. Ах, улетел сундучок, не получилось. Ладненько. Так, мы немножко не можем пробить вторую стену, что весьма печально. Да, да. Что весьма печально. Ну, ничего страшного. Отправляемся дальше. Ага, сейчас мы тебя... Подожди, подожди. Опа, получи ударчиком. Молодец, бизончик. Я в тебя верил. Ты молодец. И теперь прыгаем дальше. Ой, 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 ой. Чуть ключик. Ключик хотел получить. Ну ладно. Да, скорость бешеная у бизона, смотри. Первую мы быстро прошли, вторую тоже, в принципе, быстро проходим. Давай, 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 прыгаем, прыгаем, прыгаем. Еще немножечко осталось. О, все, давай деньги хотя бы получи.
Все, кончаются у нас силы. Прыгать мы не можем. Давай, 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 давай. Еще, еще немножко. Монетки. Есть, отлично, молодец, спасибо. 80 монеток. Ой, давай, 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 давай. Ой, хочу, хочу, хочу. Ой, хочу ракетку. Ракетка убежала. Дальше, сколько получили мы денег? Всего лишь 700. Вообще ни о чем. Да, девчонка больше, больше зарабатывает. Так, мне нужно зайца этого уничтожить. Опа, есть. Ой, чуть-чуть осталось зайца убить. Давай, прыгай. Вот, фига, смотри, у нее прыжки какие мощные. Опа, есть. Раз, два, три. Три удара. Нормально. И мы пробиваем и зарабатываем еще кучу денег. 100 монет заработали. Какая же она молодец. Вот она мне монеток много приносит. Вот, отлично. Она даже здесь хорошо срабатывает. Молодец, молодец. Прыжок. Есть. Вот так, отлично. А нам интересно за этих самых, как его, за полицейских дают денег? Нет? Ох. В стенку врезались. Ну, мы не смогли пробить, конечно, к сожалению. Ладно, 12 тысяч монет тоже, в принципе, неплохо. 12 тысяч монет. Так, давай, это, зайца. Пошел, на тебе. Отбили, сколько заработали? 2600 заработали, да ну нафиг. Вот это спасибо. Вот это спасибо тебе, мой дорогой друг, заяц. 2600, вообще нормально. Ох, как он прыгает хорошо. Давай, 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 бизончик. О, ракета, ракета, ракета. Вот давай хотя бы бочки. Нет, он бочки не может. Ну что, у него прыжки стрёмные, так сказать. По правде, если честно признаться, у него прыжки стрёмные. Сколько, сколько? Ну, все равно, смотри. Ну, 3000 мы заработали, знаешь почему? Потому что мы шоколадного зайца убили. Ну, в принципе, неплохо, все равно хорошо. Сколько? 3, 4 тысячи. И мы открыли магазинчик. В магазине мы можем купить, купить либо поедатель тортов, либо спидометр. Увеличивает твою предельную скорость. Давай лучше поедатель тортов купим. Давай, 15 тысяч. Все. Теперь проверим. Теперь посмотрим. Так, у нас новый бандит. Так, а ну-ка давай. На, получай. Нифига она его выбила. Смотри, половину жизни практически. Так, посмотрим, сможет ли она пробить стену. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Вот. Ага, нифига у нее прыжки стали мощные. Смотри, стену она лучше стала пробивать. Это хорошо. Я надеюсь, она вот эту стену уже вторую пробьет. Что вторую стену тяжело пробить. О, перчатку, перчатку. Мы не смогли получить перчатку. Это очень печально, чуть плохо. О, давай, давай, немножечко, немножечко. Да я, давай, во. Хорошо, еще, еще, прыгай, 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 прыгай. Ой, хорошо. О, монетки, монетки, быстрее монетки. Куда ты убежала? Монетки там были. Да, монетки мы не получили. А и до ракеты мы не добежим. Ну что ж. Эх, сколько заработали денег хотя бы? 1400? Ну, ладно, тоже пойдет. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.